Калина – кладезь полезных свойств. Витамина С в ней больше, чем в смородине и цитрусовых. Она полезна тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Эта ягода повышает аппетит и очень хорошо тонизирует. Важно начать сбор ягод вовремя. Определить это можно по внешним признакам. Ярко-алый цвет ягод и их мягкость говорят о том, что калина созрела. Обычно калину собирают еще до наступления заморозков при полной ее спелости. После заморозков калина теряет свою горечь, вяжущие свойства и становится более приятной на вкус. Но такую калину нужно сразу же перерабатывать, либо замораживать. В заморозке хранится калина очень долго, можно хранить ее несколько лет, доставая кисточку и поедая время от времени. Чтобы ягоды не мялись и хранились дольше, собирать их лучше целыми гроздями. В таком виде подсушить и зимой добавлять в чай или другие напитки. В это же время пора делать обрезку кустарников. Молодые побеги, которые сформировались в этом году, уже не одревеснеют и могут не перезимовать. Кроме того, в них могут жить возбудители болезней. Для этого убирают все старые ветки, которые обычно на вид имеют черный цвет, которые имеют маленький годовой прирост, а именно на нем формируется новый урожай. Вот такие ветки нужно удалять. И нужно запомнить хорошее правило. Для взрослого куста количество плодоносящих крупных ветвей должно быть не более 10-12 штук. Для молодых кустов это может быть несколько больше. Если вы обрезаете молодые кусты, то у них необходимо удалять также все неразвитые побеги, травянистые побеги, которые не одревеснели. Они не перезимуют, и на это будут затрачены у растений силы, которые им понадобятся зимой для перезимовки. Если удаляются старые побеги, то их вырезают как можно ближе к земле. Если производится формирующая обрезка, то есть удаляются побеги, которые мешают, которые наклонены к земле или просто затеняют другие, их обрезают до места разветвления. Работы актуальны для смородины, сливы, вишни и винограда.